вот в этом году все будет. Все, вы сейчас забиты, вам штаб видите. Отремонтировать дороги и тротуары, обустроить новую большую парковку. В городке Кубинка-10 реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству здесь стартовали 15 мая. Работы идут полным ходом, центральная улица уже сделана, около 6 тысяч квадратных метров уже уложено, и до конца августа будет уложено 22 тысячи квадратных метров полотна, обордюрено с удобными входами к подъезду. Одинцовские единороссы проверили ход реконструкции внутриквартальных дорог в рамках партийного проекта «Городская среда». В военном городке также проведут полноценное благоустройство улиц и дворов. Идет очень большое благоустройство всех дворовых территорий. Это как раз соответствует федеральным нашим партийным проектам. И безопасные дороги, и комфортная городская среда. То есть очень начиная с тротуаров и устройства, и дорог, и подходов к подъездам, и новые дорожки, по которым к 1 сентября пойдут дети в школу, могут потом пожилые люди вечером без всяких опасений тоже ходить. Все работы проводятся качественно и будут выполнены в срок к 15 августа. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».